День третий. Как обычно, в поисках чего бы поесть, но есть вообще не хочется. После работы на улице уже темно. Но перекусить все-таки что-то нужно. Хочется что-то легкое. И поэтому идем Чего готовить. шипишь, лохматый? Не шипи, я тебе опять насыпал. Пойдешь кушать? Третий день уже все, уже в руки даешься, да? Неужели такое возможно? Скучаешь, да? О! Пойдем готовить. Во. Готовить будем очень просто. Займемся сыроедением. Такой легкий ужин. И спать. Завтра выходные. Да, сегодня как-то слишком поздно пришел с работы. Лохматый вообще. Наверное, меня не ждал сегодня. Думал, наверное, будет работать целый день. Ну, вот и все. Спонсор нашего ужина. Ножи из фикс прайса. Ножи из фикс прайса. Самые дешевые керамические ножи в мире, наверное. Спасибо китайцам. Погнали. Да, вот такие вот времена. Посмотреть немножко телек и спать. Завтра выходные. Фруктовая тарелка. Не переедайте на ночь. Всем удачи, хороших рецептов, острых ножей, классных лайков и великолепных комментариев. Добавляйтесь, друзья. Всем пока.